Всем привет! Это Galaxy Nexus. А это живые обои Android на Galaxy Nexus. Классные, правда? А это iPhone 5. И на нем тоже живые обои Nexus. Как вообще такое может быть? Именно об этом мы сейчас с вами и поговорим. Поехали! Совсем недавно в CIDIA появился твик под названием Live Papers, совершенно бесплатный, и, собственно, благодаря ему мы сможем конкретно оживить рабочий стол своего iPhone. Заметьте, не просто сменить картинку на спрингборде и локскрине, а добавить динамики, как во всенародно любимом андроиде. В твике уже предустановлена по умолчанию парочка обоев. Это фиолетовые пузырьки и картинка со сплошным цветом. Жмем на кнопку «Настройка обоины» и тремя ползунками определяем тот цвет, который нам больше нравится. Зачем вообще эти обои тут есть, не совсем понятно. Они не живые ни разу и поэтому вообще никакого интереса для нас не представляют. Другое дело пузырьки, это уже куда интереснее. В меню выбора обоев можно поставить их на экран блокировки, на спрингборд или туда и сюда, это уж на ваш выбор. Никаких респрингов не нужно. Обои устанавливаются моментально, что очень даже и неплохо. Тыкать в них пальцем можно как на экране блокировки, так и на спрингборде. Но самое интересное — это возможность загрузки новых обоев из CIDIA. Например, обоев в стиле Nexus. Дополнение, в отличие от самого твика, платное, и за него надо отдать аж доллар без одного цента. Зато в обмен на это вы получите максимально приближенную к оригиналу обоину, которая почти ничем не отличается от версии для Android. Ну, разве что фон другой и работает поплавнее. У любой уважающей себя обоины есть настройки, а настройки мы любим, поэтому смело открываем Live Papers и смотрим, что разработчик дает настроить в данной конкретной обоине. Тут можно изменить фон и использовать свои обои, увеличить или уменьшить длину и ширину частиц, скорость перемещения, эффект глубины и, собственно, количество этих самых ползающих по экрану частиц. Стоит тратить на это дело деньги или все-таки не стоит, тут уж решать только вам. Полезности твик совершенно никакой не имеет, разве что с эстетической точки зрения несет некоторую ценность. Насколько сильно живые обои сказываются на батарее, я, к сожалению, проверить не успел, но точно можно сказать, что аккумулятор будет разряжаться несколько быстрее с обоями, чем без них из-за дополнительной нагрузки на процессор. А на этом все, о Live Papers вам рассказывал Илья Казаков, подписывайтесь на сами знаете кого, ставьте сами знаете что, и до встречи здесь на YouTube. Пока-пока! To be the change. Easy to mind.